Привет, спасибо, что ответили на наши вопросы. Как и обещали, в течение 5 минут мы отправим смс ссылкой на презентацию франшизы школы танцев Active Style. А пока я представлюсь и расскажу о 3 основных ошибках при выборе и покупке франшизы. Поэтому досмотрите это видео до конца, ведь эта полезная информация, она будет вам передана из первых рук. Меня зовут Тейнер Калле, я основатель федеральной сети школ танцев Active Style. Кстати говоря, в этом году исполняется 20 лет с момента открытия первой школы танцев Active Style в Москве. У нас есть свой международный танцевальный чемпионат, свой танцевальный лагерь, но основной наш проект – это франшиза школ танцев Active Style. Это социально важный, прибыльный спортивно-танцевальный бизнес, который мы помогаем открывать в любом городе нашей страны. Итак, о 3 ошибках при покупке или выборе франшизы. Первая ошибка – это вы выбрали франшизу, которая не обещает вам помощь в подборе помещений, если у вас офлайн-бизнес. Это может быть какой-то магазин или вот та же школа танцев, которую мы открываем. Если франчайзер, то есть тот, кто продает франшизу, не помогает вам в поиске помещения, это очень большой минус, потому что только он знает, где лучше всего находится идеальное помещение, какие у него в этом помещении есть характеристики. Очень важно, чтобы он помогал вам его выбирать. Второй признак того, что у вас могут быть проблемы, это то, что владелец франшизы, который вам ее продал, не помогает вам с наймом персонала. Только он знает, какие должностные обязанности у этих людей, какие типажи психологические лучше всего подходят для администратора или человека, который работает на складе, или для педагога, как в нашем случае со школой танцев. Третья ошибка, которую совершают люди, покупают франшизу, которая после того, как они оплатили паушальный взнос, больше с ними не работает, то есть не помогает им открыться. В чем ошибка? В том, что человек перед покупкой франшизы не связался с франчайзи, с теми, кто уже купил эту франшизу, и не спросил просто, а как франчайзер вас вел до открытия, как он вам помогал, как быстро он отвечал, насколько он оперативен вообще в работе, насколько заботлив по отношению к вам, потому что он все-таки передал вам свой бизнес и свой опыт и должен заботиться о вашем успехе. Вот ошибка в том, что вы перед покупкой франшизы не связались с теми, кто уже эту франшизу купил. Я говорил про 3 ошибки при покупке франшизы, но еще скажу, 4-я ошибка – это выбор франшизы. Это мое личное мнение. Выбор франшизы, которая обещает работу с вами без роялти, без ежемесячных платежей. Я считаю, что это неправильно. Встаньте на место франчайзера, который упаковал свою франшизу. Он должен помочь вам открыть бизнес, а потом еще сопровождать вас, отвечать на ваши вопросы, обновлять какие-то регламенты, правила, презентации, дизайны. И, конечно, делать ему бесплатно это совершенно не хочется. Если он обещает вам, что вы будете работать без роялти после открытия, скорее всего, в большинстве случаев, он просто продал вам франшизу, чтобы потом вами не заниматься. Это опыт не только мой. Это опыт очень многих людей в этой среде и в этом рынке. Кстати, сейчас мы составили гайд, франчайзинг-гайд 2022 года, включающий в себя 2 документа. Первый документ – это 8 трендовых ниш франшиз 2022 года. Какие самые популярные сейчас ниши, какие у них есть нюансы, тонкости для входа, паушальные взносы, роялти, какие есть подводные камни, плюсы, минусы. Эти 8 ниш мы подробно разобрали и объединили в первый документ. Во втором документе у нас 15 признаков франшиз-пустышек. Как вы понимаете, сейчас франшизы растут как грибы после дождя, и далеко не все упакованы качественно, и далеко не все готовы после открытия, после продажи вам франшизы, вас сопровождать. Вот эти все тонкости, нюансы мы объединили во второй документ 15 признаков франшиз-пустышек. Эти 2 документа объединили в франчайзинг-гайд 2022. Это предложение ограничено. Внизу под видео вы видите тайминг. Если вы закроете эту страницу, это предложение пропадет. Если вы так или иначе интересуетесь франшизой, и вам важна самая соль актуальной информации грядущего года в области бизнеса по франшизам, вам нужно, конечно, с этой информацией знакомиться. Если это для вас важно и актуально, нажимаете кнопочку «Купить» внизу, и все очень просто. Спасибо вам за внимание, желаю удачи и желаю вам
вдохновение в жизни и в бизнесе.